абитуриент. Меня зовут Марина, и ты смотришь «Шиган. Инструкция по применению». Поступая в ДВФУ, ты начинаешь обучение по образовательной программе, которой не было у предыдущего курса. Университет каждый год проводит работу над ошибками, добавляет что-то новое. Именно благодаря постоянному совершенствованию учебного плана в «Шиган» появились майноры. Понятие «майноры» пришло к нам из американской учебной системы и подразумевает, что первые два года студент получает общие знания в различных областях. И только на третьем курсе выбирает для себя основное направление подготовки – мейджор. В ДУФУ все выглядит немного по-другому. В 2015 году директор школы искусств и гуманитарных наук Феликс Ажимов предложил ввести в учебную программу школы дополнительные дисциплины. Проект начал свою работу в 2019-2020 учебном году. Всем студентам 3 и 4 курсов Школы искусств и гуманитарных наук предоставили возможность выбрать для себя интересующие их предметы, не связанные с их основным направлением. В прошлом году на выбор были предоставлены философия, история и антропология, религиоведение, психология, конфликтология и социология. Конечно, теологи не могли выбрать майнер религиоведения, так же как психологи не могли пойти на психологию. Основная задача майноров – дать студенту шанс узнать как можно больше о разных научных сферах. Работает система следующим образом. Ты выбираешь дисциплину, весь учебный год ходишь на лекции и практики, в конце каждого семестра сдаешь зачеты и по окончании учебы на бакалавриате получаешь сертификат об изучении дополнительных компетенций, а все пройденные тобой курсы будут внесены в приложение к диплому. Стоит отметить, что за учебный год ты получишь знания по четырем дисциплинам, входящим в одно направление, то есть по два предмета на каждый семестр. Например, если ты выбрал майнер «Психология», то за два семестра ты изучишь психологию стресса, психологические методы управления групповыми процессами и оценки персонала, психологию общения и взаимодействия с обществом, психологию творчества и интеллекта. В прошлом году майнеры работали в тестовом режиме, поэтому для выпускников 2020 года они были необязательными, но уже в этом году система работает полноценно и становится неотъемлемой частью учебного процесса. Нынешние третьекурсники получили список из 5 майнеров, который зависел от их направления подготовки. Появились также совершенно новые майнеры, например, физкультура, культурология, социальная работа, медиакоммуникация и социокультурная деятельность. А значит, любой студент может выбрать для себя занятия по душе. А еще Шиган пока единственная школа в ДУФУ, где существует система дополнительных дисциплин. И это отличный шанс получить чуть больше полезных знаний. Удачи, абитуриент!